бедными или не знаю, как бы я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой здесь это считается очень бедно. Так, и самое нелюбимое, то что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно уговаривать пойти куда-нибудь там. Пойдемте посмотрим на голливудский сайн, знаете, когда там это над горой написано Hollywood. Пойдемте посмотрим там, или пойдемте в Сан-Франциско посмотрим на мост. Для них это, да шо, шо, мост, видел, 100 раз уже видел этот мост, зачем, идете в мол. Для меня это шок, ты что, ты же здесь живешь, тут такие красивые места, города, вещи. Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться.